Great Wall Hover H5. Год выпуска 2013. Пробег 118 тысяч километров. Тип кузова – внедорожник. Трансмиссия – механическая. Объем двигателя 2,4 литра – бензиновый. Мощность – 126 лошадиных сил. Привод – полный. Цена – 549 тысяч рублей. Great Wall Hover H5 – рамный внедорожник, полный привод. Автомобиль в идеальном техническом и внешнем состоянии. Приобретался у официального дилера 31 декабря 2013 года. Кожаный салон. Бережная эксплуатация. Ездила девушка. ПТС оригинал, один собственник, два ключа. Сигнализация Starline с автозапуском. Стоит на летней резине Bridgestone в отличном состоянии. АБС. Подушка безопасности водителя. Подушка безопасности пассажира. Климат-контроль. Усилитель руля. Бортовой компьютер. Круиз-контроль. Подогрев передних сидений. Электроподъемники передние. Электроподъемники задние. Противотуманные фары. Электропривод зеркал. Обогрев зеркал. Центральный замок. Штатный иммобилайзер. Сенсорная мультимедиа. Камера заднего вида. Задний парктроник. Плюс обмен трейд-ин. Плюс прием авто на комиссию. Плюс автосохранение. Плюс автокредит.